2 ноября исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося российского театрального режиссера, народного артиста Российской Федерации, лауреата Государственной премии Российской Федерации и Международной театральной премии Станиславского Юрия Семеновича Копылова. Четверть века Юрий Семенович возглавлял Ульяновский драматический театр. Я благодарю Ульяновский областной драматический театр имени Ивана Александровича Гончарова за инициативу провести первый всероссийский фестиваль памяти Юрия Семеновича Копылова в год его 80-летия со дня рождения. Концепция родилась достаточно быстро, поскольку Юрий Семенович работал в нескольких субъектах Российской Федерации до того, как он приехал в 87 году в город Ульяновск. Мы, конечно, пригласили к участию два театра. На первый фестиваль памяти мастера съехались те, кто блистал на ульяновской сцене 20-30 лет назад под руководством Юрия Семеновича. Именно они представляли одну из сильнейших актерских трупп страны с уникальным репертуаром. Вообще человек, конечно, уникальный. Вот сейчас, оглядываясь назад, и думаешь, неужели это было с нами? Неужели мы действительно были рядом с этим человеком? Слышали, как он кричит на нас, как мы плакали, как мы переживали, как мы обижались на него. А это в результате так уже как-то неважно, потому что мы чему-то такому научились, чего не умеют другие актеры. Я его ученик, я воспитанный, и он меня научил всем вот этим вот. Я сегодня уже говорил такую вещь, я поймал себя на мысли, что когда я работал в театре, ты все время находишься в какой-то невесомости. Тебя как бы, как режиссер, он дергает за некие ниточки, ты как немножко на шарнирах, и тебе это все не очень понятно, неудобно. Но потом, когда начинается спектакль, ниточки обрезаются, а ты уже все это делаешь сам. Фестиваль откроет представление «Копылов и К» с участием театральных звезд, которые блистали в лучших спектаклях Юрия Копылова. Народных артистов России Валерия Шеймана и Зои Самсоновой, заслуженных артистов России Валентина Севастьянова и Дениса Юченкова, Александра Никулина, Михаила Петрова, Ирины Янко. Этот фестиваль, посвященный памяти и имени мастера, он еще и посвящен и собирает не только нынешнюю труппу, но и наших замечательных гостей, звезд театра Юрия Семеновича. Собирает их не только как гостей, но собирает их на одной сцене. 4 ноября Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» сыграет шекспировскую комедию «Сон в летнюю ночь». 5 ноября Владимирский академический театр драмы представит сценическую фантазию Толстого «Холстомер». Следите за афишей Ульяновского драмтеатра. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.